Ну что, долбоёб? Ну она какая-то вся эта грязная. Давай жги уже, блядь. Боже, а чё она какая-то в говне? Не, я понимаю, конечно, он на поле заехал. Видос окупился в два раза. Каким образом? Ну да, 9 миллионов просмотров. Но это не 13 миллионов рублей. Ой, бля. Его официальный дилер отфутболивал, наебывал на сервисе, и он ее сжег. Ага. Через рекламу. Где реклама? Че он там рекламирует? Он ничего не рекламирует в этом видосе. Ну давай уже, а. Поменьше пафоса, побольше, скажем так, движений. Как ты относишься к нарезчикам? Ну если они не ленивые и делают нормально нарезки, ну, нормально отношусь. Бля, и не обидно, а? Ебанутый. О, плюс пожар, блядь. Я не забуду твою улыбку, и холод так тебя пойдет по душе. Нахуя? Лучше бы меня отдал, дурак. А если во время стрима такое организовать? А, да? Ясно. Че орёшь-то, блядь? Ничего, страховка выплатит. Ну я не понял, типа, и чё? А, да? Ага. Поэтому он решил её сжечь, да? Хамба, блядь. Ой, сука. Класс. Молодец. Не, реально бы лучше бы продал, мне бы задонатил. Чем вот такой херней заниматься. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусную, очень-очень сочную. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.